На следующей неделе в школах Иваново начнутся каникулы. Чтобы ребята не скучали, управление образования совместно с Домом детского творчества номер 3 организует проект «Осень самых талантливых». Старт марафона провели в торговом центре «Ясень». На открытии выступили творческие коллективы города и сольные артисты. С 26 октября по 2 ноября в школах и центрах доп. Образования развернутся тематические площадки. Занятия по душе найдут любители рукоделия, изобразительного искусства, спортсмены и интеллектуалы. Со школьниками будут работать педагоги-организаторы Дома детского творчества номер 3. В понедельник у нас будет интеллектуальная игра «Осенний Brain Rush», на которой соберутся эрудированные ребята. В среду у нас будет спортивный марафон на базе 62-й школы. В четверг урок классического танца в 36-й гимназии. И в пятницу здесь, в Ясене, происходит закрытие, и мы будем награждать самых активных этой осени. С более детальным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации. Одно из самых интересных событий марафона – патриотический конкурс «Юноармеец-37». Для участия нужно собрать команду и отправить коллективную заявку. Наш марафон меняется тем, что у нас вводятся новые формы работы, новые мероприятия. Если в том году у нас была ориентация больше на краеведение, на квесты, то в этом году у нас больше направлено уже на интеллектуальные игры и патриотическое воспитание наш марафон. Помимо хорошего настроения, организаторы осеннего марафона обещают гостям много призов и подарков. Получат их те ребята, которые посетили больше всего мероприятий за время каникул. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.